Здравствуй, Айканушджан. Это я, Ашот, ваш родственник из Чалбажара. Здравствуй, Ашотджан. Что-то случилось? Ты знаешь, когда мы вышли, я сжег свой дом, а потом вспомнил, что деньги остались внутри. Можно у вас переночевать? Ашотджан, свекровь приехала из Шуши, дядя приехал из Хардрут, двоюродные сестры из Лачин приехал. Клянусь Анаитом, мест нету. А можно вещь оставить, Айканушджан? Ты что-нибудь успел взять? Да, только священное. Ой! Ой, 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 Ой,